С вершин Кавказских гор в сердце Сибири. В Красноярске начались гастроли Чеченского государственного драматического театра. Труппа из Грозного приехала в наш город и пробудет здесь несколько дней. При этом часть спектаклей будет показываться на чеченском языке, и для зрителей их будут переводить. На премьерном показе сейчас Денис Козлов. Денис, расскажи подробнее, что в программе и как все это будет организовано. Евгений, Чеченский театр впервые приехал в Красноярск. Конечно, они гастролировали в Москве и в Питере, но так далеко от дома не были никогда. Привезли они с собой три постановки. Сейчас идет эпическая драма «Выше гор» по мотивам чеченских народных преданий. И изюминка в том, что идет она на чеченском языке. Люди сидят в наушниках, и им передается синхронный перевод. Давайте послушаем худрука театра, зачем такая задумка, в принципе, была реализована. Очень важно было провести спектакль на чеченском языке, потому что историю, традиции и ментальность нашего народа нужно передавать на своем родном языке. Вы услышите эмоции естественные, вы услышите мелодику нашего прекрасного языка. И, конечно, на своем языке играешь по-настоящему. Также в программе еще один спектакль про чеченского эмигранта в Париже, который не хочет терять свою национальную идентичность. Он также на чеченском языке. Будет еще один на русском. Он посвящен 75-летию празднования Великой Победы. И одну из главных ролей там будет играть небезызвестная Ольга Кабо. Ну, что касается билетов, то они еще есть в продаже. Грозницы у нас пробудут как минимум до 12 июля. Все спектакли покажут по два раза, так что посмотреть успеете. Заходите на сайт театра Пушкина, смотрите расписание и покупайте билеты. У меня на этом все.